Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. На календаре 19 июня. Этот день мы начнем с путешествия на Вологодскую землю, а именно в Кирилло-Белозерский мужской монастырь. История Вологодской епархии включает в себя немало интересных фактов. Еще до официального учреждения этой кафедры стали здесь появляться так называемые монастыри-миссионеры. Подвижники православия приходили в далекий и не до конца изведанный край и строили там святые обители. Так, в 1397 году преподобный Кирилл вырыл на берегу Сиверского озера пещеру, с которой началась история будущей Кирилло-Белозерской обители. Монастырь стал одним из важнейших книжных центров Руси. К концу 15 века здесь хранилось 210 рукописей. В смутное время монастырь выдержал осаду и отбил несколько нападений войск польских и литовских интервентов. В начале 18 века Петр I посетил эту святую обитель. Монастырь устроен по велению Пресвятой Богородицы и освященный в честь ее успения 22 июня отметит День памяти своего основателя, преподобного Кирилла Белозерского. Незадолго до торжества обитель посетил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Об этом расскажет сюжет телеканала Вологодской митрополии «София». Сегодня, 16 июня, начался визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Вологодскую землю. После посещения Череповца предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Кирилло-Белозерский монастырь. При входе в святых вратах храма Иоанна Лествичника патриарха встречали наместник монастыря игумен Анастасий Додорчук с братьей, насельниками, прихожанами и паломниками. Пройдя по Успенскому монастырю центральной части Кирилло-Белозерского монастыря, высочайшая делегация проследовала в Успенский собор, где святейший патриарх поклонился покоящимся под спудом мощам преподобного Кирилла Белозерского. После этого предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с архипастырским словом. Дорогие братья и сестры, для меня большая радость вступить на землю прославленного своей историей Кирилла Белозерского монастыря. Вот подлетая сейчас к обители, я сказал своим спутникам, что первый и последний раз я здесь был в июне 1969 года. Вот 49 лет тому назад. Я тогда только был рукоположен в священнике, в иеромонахе, в городе тогдашнем Ленинграде. И после совершения положенных богослужений, после хератонии, отправился путешествовать на теплоходе из Ленинграда до Астрахани. И наш теплоход сделал остановку в Горице. Да, вот и мы добрались до Кириллова. Я помню то впечатление, которое на меня произвело этот монастырь. Ничего более грандиозного я не видел. Но с тех пор мне много приходилось бывать в монастырях, и на Святой Руси, и за рубежом. Я должен сказать, что это самый величественный по размерам, по состоянию крепостной стены, и даже по соборным постройкам монастырь. Это совершенно особое место, связанное с духовной историей нашего народа. Но не только с духовной историей, но и, несомненно, и с духовным настоящим. Очень важно, чтобы те, кто сюда приходит, соприкасались не только с красотой внешней, не только эстетически воспринимали Кирилло-Белозерский монастырь, но проникались в историю этого святого места. А в основе истории великий подвиг святаго преподобного Кирилла. Вот сегодня, совершая богослужение на площади в Череповце, я уже сказал о том, что трудно представить себе, трудно оценить весь тот грандиозный труд, который совершали первопроходцы, осваивавшие русский север. И этими первопроходцами были монахи. И вот смотри, Кирилл пришел сюда, на это место, и первое, что он сделал, он вырыл себе пещеру. И в пещере жил. Вот для современного человека трудно себе представить. Если бы кто-то нечто подобное повторил, о нем бы все газеты писали, как об экстремале, который сделал что-то невероятное.
А в то время это не считалось невероятным. Это считалось достаточно обычным делом для людей, которые искали уединение для духовной жизни. И вот что удивительно, ну, вырыл человек в пещеру. Ну, казалось бы, и живи там, сколько тебе Бог даст. Но ведь произошло что-то удивительное. Вокруг этой пещеры стали собираться люди. И вот все то, что мы сейчас с вами видим, этого бы ничего не было, если бы святой Кирилл не пришел сюда и пещеру не вырыл, и своей духовной силой не привлек бы тысячи и тысячи людей на протяжении всей истории. Вот есть такая хорошая пословица, что к пустому колодцу не приходят за водой. Но если ничего колодец не дает, зачем идти с ведром за водой? Нету там воды. Вот если бы ничего не давал святой Кирилл людям, ну кто бы сюда пошел смотреть на странного человека, который в пещере живет? Но соприкасаясь со святостью, люди обжигались этой святостью. Они чувствовали перед собой идеал человеческой жизни. И вот так и осваивался наш русский север, через духовный подвиг, через молитву. И памятником этого духовного подвига являются вот эти замечательные стены, монастырские стены. Как важно, чтобы здесь укреплялась монашеская жизнь. Чтобы эти стены никогда не превращались в декорацию. Это просто ужасно. Когда истребляется содержание из святых мест и остаются только стены, только здания. Мы знаем, что так старались сделать в прошлом. Но вот когда я первый раз сюда приехал, так оно и было. Не было никакой религиозной жизни, были просто стены. И, конечно, сердце кровью обливалось, вспоминая великий подвиг первопроходцев наших, тех, кто сеял здесь семена духовной жизни. Сейчас я радуюсь видеть братью. Очень надеюсь, владыка, что и братья будут увеличиваться, потому что монастырь большой. И большая задача стоит перед братьями, встречаться с ними. Конечно, очень многие просто приезжают как туристы, но ведь, встречаясь с этой красотой духовной, нельзя уйти, просто не задав себе вопрос о том, а почему здесь все это стоит, а почему здесь все это построено, а во имя каких идеалов? Отвечая на этот вопрос, придем к самому важному ответу. Все это совершалось во имя Божие. И все это совершалось силой человеческой и силой Божией. Вот если мы в своей жизни будем свою силу соединять с силой Божией, мы будем очень успешны. Страна наша будет развиваться. Народ наш будет возрастать. Не может быть сильного народа без силы Духа. А Дух от Бога. Вот почему эти стены должны жить полноценной монастырской жизнью. Я думаю, что так оно и будет. С 1997 года самая древняя часть Кирилло-Белозерского монастырского комплекса, Малый Иоанновский монастырь, была передана в пользование Вологодской епархии. С момента поставления на Вологодскую кафедру митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий выступал с инициативой о передаче музеям в пользование церкви ряда монастырских строений. За последние три года в пользование православной церкви было передано 15 объектов различного назначения, включая церковь Кирилло-Белозерского и бывший монастырский архив, сейчас используемый как келейный корпус. Его также посетил святейший патриарх Кирилл. Его святейшество целиком осмотрел небольшую на сегодняшний день действующую часть монастыря. Несмотря на сложности и ограничения в организации церковной жизни на территории действующего музея, за последние 4 года число монахов обители выросло с 5 до 15 человек. На средства монастыря ведется реставрация церкви усекновения главы Иоанна Предтечи на горке рядом с тем местом, где летом 1397 года преподобный Кирилл установил крест и выкопал себе землянку. Кирилл пришел сюда с переходом и вырыли здесь землянку себе. Ставили такой симпатичный крест. Подобно, что на горе, на холме. Ну да.
да. Проще было рыть и влаги. И вода, да, вода с озера не доходила. Спустя века основанная им обитель стала крупнейшим по территории монастырем России, известным своей образовательной, просветительской и социальной деятельностью. В настоящее время самую ценную часть коллекции экспонатов Кирилла Белозерского музея-заповедника составляют древние иконы, книги, предметы церковной утвари. Ежегодно монастырь посещают более 300 тысяч посетителей, среди них больше половины – иностранные туристы. На средства федеральной программы «Культура России» ведется реставрация башен монастыря, церкви Архангела Гавриила, музеем, на территории планируется открытие гостиницы и ресторана. Патриарх Кирилл особенно отметил важность Кирилло-Белозерского монастыря как духовного центра, пожелав обители дальнейшего развития монашеской жизни. Владислав Калашников, телеканал «София». Возвращаясь к истории обители, важно сказать, что после революции это святое место разделило печальную участь многих монастырей и храмов. В 1924 году на базе разоренного экспроприациями монастыря был открыт Кирилло-Белозерский музей-заповедник, что позволило избежать обычных для 30-х годов разрушений и сноса исторических памятников. Фильм об истории Кирилло-Белозерского монастыря, о красоте храмов и святынях подготовили в музее-заповеднике. Предлагаю его вашему вниманию. Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Кирилл пришел на берег Сиверского озера в возрасте 60 лет и скончался на 90-м году жизни. Он прославился многими чудесами и вскоре после кончины был канонизирован. Мощи преподобного покоятся под спудом в храме Кирилла-Белозерского. В экспозиции музея-заповедника хранятся вещи, которые связывают с именем святого. Высокий духовный авторитет основателя монастыря и других кирилловских старцев превратил северную обитель в место царского богомолья. В Кирилло-Белозерский монастырь поступали вклады от Василия III, Ивана Грозного, представителей династии Романовых, многих князей и бояр. В числе вкладов были земельные владения, деньги, драгоценные иконы, книги, утварь. Богатые вклады дали возможность создать с конца 15 до конца 17 века грандиозный ансамбль, структура которого включает в себя Большой Успенский, Малый Ивановский монастыри и так называемый Новый город. В ансамбле Успенского Большого монастыря – Успенский собор. Он был возведен в 1496 году за 5 теплых месяцев артелью ростовских каменщиков и стал одним из первых каменных построек русского севера. Храм поражает изяществом и тонкостью внешней отделки. Позднее к стенам собора были пристроены церкви поменьше. Каждая из них имеет собственную интересную историю. Привлекает внимание и грандиозная трапезная палата с церковью Введения. Размеры палаты дают представление о количестве монахов, участвовавших в совместной трапезе в период расцвета монастыря. Помимо храмов, на территории Большого монастыря сохранились строения 16-17 веков, связанные с монастырским хозяйством, а также помещения, где проживали иноки. Имеется тут и больничный комплекс 17 века, состоящий из двух обширных палат, соединенных сенями и перекрытых общей кровлей. Палаты соединены с шатровой больничной церковью Ефимия. Близ него расположены водяные ворота с церковью Преображения над ними. Здесь располагается парадный вход в монастырь со стороны озера. За ними находилась удобная небольшая бухта, в которую входили речные суда. В памятниках Успенского монастыря сегодня находятся музейные экспозиции древнерусского искусства, народного искусства, археологии, истории монастыря. Прекрасные коллекции древнерусской живописи, лицевого и орнаментального шитья, рукописных и старопечатных книг, декоративно-прикладного искусства придают музею-заповеднику особую значимость и уникальность. Сегодня это один из самых посещаемых музеев на северо-западе России. Каждый год сюда приезжает более 300 тысяч туристов не только из России, но и многих стран мира. Особенная атмосфера умиротворения присуща территории Малого Ивановского монастыря. Здесь внимание привлекают два сооружения, чтимые как местные святыни – часовня и сень над землянкой Кирилла. По преданию, здесь преподобный собственноручно соорудил деревянную часовню. По другому преданию, на месте, где когда-то была келья, ископанная в земле преподобным Кириллом, его последователи водрузили крест. В 1997 году территория Малого Ивановского монастыря была передана церкви для возобновления монашеской жизни.
Из года в год растут темпы реставрационных работ в музее. Главным их объектом в последние годы стал комплекс Успенского собора. Особую значимость обрели работы по благоустройству территории. Ее размеры потрясают любого, кто в первый раз оказался здесь. Территория обители существенно увеличилась в 17 веке, когда началось сооружение стен и башен нового города, одной из сильнейших крепостей того времени. Подготовка к возведению стен началась еще до царского указа, изданного в 1653 году, и продолжалась примерно четверть века. В указе царь Алексей Михайлович заявил, что создание нового города является делом государственной важности. На сооружение стен царь выделил 45 тысяч рублей. Патриарх Никон назвал Кирилло-Белозерский монастырь великой государевой крепостью. На территории нового города находится уникальный памятник русского деревянного зодчества – церковь Резоположения из села Бородавы конца 15 века. После комплексных реставрационных работ последнего десятилетия храм обрел свой прежний облик. Примечательно, что он не имеет привычных глазу глав с крестами. Уникальный иконостас из церкви Резоположения находится в экспозиции музея. Сегодня Кирилло-Белозерский музей-заповедник является крупным современным центром по сохранению памятников истории и культуры в их ландшафтной среде. Введению музейных коллекций в сферу культуры современного человека и обеспечению оптимального доступа к ним посредством традиционных и инновационных музейных форм деятельности. Дорогие друзья, на Вологодскую землю мы сегодня еще вернемся, а пока говорю вам до встречи в начале следующего часа.